Хочешь с зеброй дорогу перейти? Пойдешь? Хочу. Давай. Куда уже сначала посмотреть? Налево, направо. Да, и когда приходишь на ту сторону, придерживайся этой стороны, чтобы давать пробку. Маша, да, нужно направо, налево, направо. Дорогу, чтобы многие дети отправляются домой. В школе есть также вторая смена. Некоторые дети только идут на учебные занятия. Соответственно, все должны соблюдать требования дорожной безопасности. Многие дети именно сегодня уже в хорошую погоду едут на самокатах или велосипедах. И многие из них не помнят, что при переходе проезжей части необходимо спешиться, то есть слезть с велосипеда или самоката и переходить дорогу только пешком. Пешеходный переход поэтому и называется пешеходный, что по нему можно пересекать проезжую часть только пешком. Да, он в наушниках еще болтает. Иди туда, иди. Наушники, телефон. Мы пресекаем возможные несанкционированные переходы дороги, да, совместно с участниками отряда юного помощника, да, они указывают, что нужно перейти по зебре, потому что, сами видели, зачастую даже взрослые, не обращая внимания, как-то по привычке переходят. Ну а дети вроде как легко поддаются тому моменту, увидели кого-то, обратили внимание и идут на пешеходный переход.